всем привет, с вами я, Хоть и Ви. Вы, наверное, знаете, самое сильное государство, самое густонаселенное и, конечно же, самые слабые. Сегодня мы на них, конечно же, и посмотрим. Сомали. У нее довольно-то слабая армия. Из-за всяких переворотов и восстаний. Она находится в Африке. Из-за кучи восстаний она сильно ослабла. И поэтому ОАЭ, или же Объединенные Арабские Эмираты, помогли ей. Но все равно у нее сейчас куча проблем. Всякими восстаниями и госпереворотами. Из-за этого у нее экономика сильно упала. И ей остается только желать лучшего. Суринам. Суринам уже, это уже страна, где находится в Южной Америке. Небольшая довольно-то страна, не правда ли? У нее армия всего 1600 солдат, которые не так уж и хорошо сражены. И она довольно-то слабая страна. Конечно же, очень слабая, потому что у нее куча было госпереворотов и так далее. Македония. Македония находится на Балканском полуострове. Она получила независимость, когда воевала с Югославией, которая уже не могла стоять и полностью развалилась. И, кстати, она еще состоит в Дате. Бутан. Тоже довольно-то маленькая страна. Она славится монахами и всякими королями. У нее сейчас 7000 солдат. И давным-давно, когда у нее было 6000 солдат, эти солдаты ей помогли, когда на нее напали местные индийские сепаратисты. И ей тоже стоит желать лучшего. Надеюсь, вы досмотрели этот ролик. Надеюсь, вам понравилось это видео про самые слабые страны в мире. И подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Всем пока!